водой не разольешь. Спустя рукава, чудеса в решете, чесать языком, шаг за шагом, как превратить высокую траву, растущую по берегам водоема, в маленького грызуна? Бросить водоем. Пугает, а немного радует. Сегодня в Луганском государственном университете имени Владимира Даля состоялось очень интересное студенческое мероприятие. Это общеуниверситетская студенческая викторина, посвященная Дню русского языка, а также Пушкинскому дню. Хоть уже и сегодня начало, в календаре начало лета, тем не менее воспитательная работа проводится еще и в этом первом летнем месяце. Сегодня были представлены команды каждого факультета и каждого института. В викторине проверили свои знания студенты по русскому языку, по грамматике, по лексике, и также были проверены знания по русской литературе. Это были тестовые варианты, это были задания с развернутым ответом. Всем командам, все команды были в одинаковых, так сказать, правах. И сегодня вот так вот очень интересно, очень весело прошло такое мероприятие.